Для миллионов российских граждан Сбербанк продолжает оставаться символом надежности и стабильности. Сегодня он занимает одно из ведущих мест среди предприятий, ориентированных на разработку и внедрение самых передовых технологий, таких как интернет и мобильная связь. Немало ярких событий произошло за минувший год и в Тверском отделении Сбербанка. Он стал еще ближе к своим клиентам. В этом году в Верхневолжье было открыто 8 офисов нового формата. Один из них расположен на проспекте Чайковского, 35. Удобство его отвечает они уже успели по достоинству оценить. Они не просто уютные и просторные, но и максимально функциональные. Рады приветствовать вас в новом офисе Сбербанка. Мы значительно расширили возможности для наших клиентов за счет создания круглосуточной зоны обслуживания. Наш филиал стал просторнее, светлее и уютнее. Особо хотелось бы подчеркнуть, что наш филиал полностью адаптирован для обслуживания клиентов с ограниченными возможностями. В офисе Сбербанка нового формата представлен широкий спектр банковских услуг. Возможность доступа к ним в режиме онлайн. Есть здесь и круглосуточная зона самообслуживания. Детям скучать тоже не придется. Для малышей наших клиентов мы создали детский уголок. В филиале всегда вы найдете консультанта, который продемонстрирует, как можно пользоваться услугами Сбербанка, не выходя из дома. Наши сотрудники с радостью подберут вам самый выгодный вариант размещения денежных средств с целью получения максимального дохода. Или же, наоборот, подберут самый доступный вариант кредитования. Еще один новый офис Сбербанка по адресу проспект Чайковского, дом 7/1, начнет свою работу с понедельника. До конца года они появятся и на улице Горького, дом 21/3. Настоящим подарком и событием для жителей города Твери в Сбербанке называют недавно установленные остановочные комплексы. Это специально оборудованные павильоны на остановках общественного транспорта, которые дополнительно оснащены устройствами самообслуживания. Так что теперь в ожидании трамвая или троллейбуса клиенты смогут совершать все необходимые банковские операции быстро и с комфортом. Пока таких остановок в Твери две, но в будущем, говорят в Сбербанке, их станет еще больше. Ирина Ковень, Илья Чечин, РЕН-ТВ «Пилот».